И снова здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Марк Марцинковский. В этом видео меня попросили объяснить вообще отличие нормальных компаний от финансовых пирамид и вообще сделать небольшое сравнение. Сам я занимаюсь компанией Global Intergold уже 7 лет, и вот буквально сегодня я общался с человеком, и так она и сказала, говорит, ты не можешь записать видео как раз, в чем вообще отличие, как отличить, потому что многие люди после вот последних событий, да, краха там того же Кэшбэри и других лохотворений, маховозок, то есть у них просто страх, да, они не разбираются, не понимают и так далее. Ну, давайте сегодня поставим точки над «и» и разберем этот вопрос. Давай! Первое, то есть, чего я хочу начать, это в чем отличие. Да, почему-то всегда люди начинают сравнивать компанию с негативными примерами. Почему не сравнивают, например, с компанией, там, Avon, да, которая там за 100 лет, с Oriflame, там, или с LR, там, или с, ну, не знаю, с Oriflame, да, ну с чем угодно. То есть компании просто сотни, которые работают, там десятки, 20, 50 лет, там тоже Гербалайф работает сколько лет, да, спонсор был одно время даже футбольного клуба Реал. То есть надо понимать здраво, что любая компания, нормальная компания, имеет какой-то уникальный продукт. То есть если нет никакого уникального продукта, и компания не может его продавать, то есть без участия в маркетинг-плане, то можно попрощаться. Потому что, еще раз, уникальность сетевой компании в том, что у нее есть уникальный продукт. Вот на примере с компанией Global Intergold. Это продукт золота, то есть реальное инвестиционное физическое золото. Пробы 4 девятки, то есть чистейшее золото. 9 лет компания продает его по миру. Это действительно достойный срок, и за это время много всего происходило, но компания не просто прошла, так, скажем так, какие-то, может быть, сложные этапы, да. Компания на сегодняшний день имеет более 3 миллионов клиентов. Это действительно достойный срок, причем из абсолютно разных стран мира. Да, это может быть, это будь то Мексика, будь то Уругвай, Парагвай, вся Латинская Америка, Россия, Италия, Германия, Япония, Корея, Монголия, ну, Индия, стран можно много перечислять. То есть компания действительно доказала то, что она уникальна. Уникальна в чем? В том, что она первая запустила через MLM продажу физического золота. То есть до этого никто не запускал. И на сегодняшний день ее сумма чистых активов составляет 1 миллиард долларов. Все это в открытом доступе. Нет, вы все врете! Вы все врете! Скажите, это серьезная компания с чистыми активами 1 миллиард долларов? Я думаю, что более чем. Поэтому первое, мы определились, да, то есть это уникальный продукт, который компания продает без участия в маркетинг-плане. То есть я как клиент могу зайти на сайт Global Intergold и купить золото совершенно спокойно. Срок тоже можно привести как один из аргументов, потому что если вы посмотрите, я делаю разоблачение и вообще смотрю на финансовую пирамиду уже давно, и ни одна из там лоховозок, да, не проработала больше 3 лет. То есть 3 года это прям самый длительный срок. Это, если не ошибаюсь, был как раз Меркурий. Я верю в то, что этот проект, он минимум просуществует 400 лет. То есть, ну, обычно это там год-полтора, прям предел. Ну, некоторые живут и неделю, и месяц, и там 2 месяца, да. То есть, если 3 года компания проработала, или там 4, 5, 6... Это действительно заставляет задуматься о многом. То есть срок работы все-таки действительно это очень-очень важно. Красава, продолжай. Еще один из важных аргументов, что в нормальную компанию клиент может перевести и вывести деньги через банковский перевод. Я это хочу еще раз на этом сакцентироваться, именно банковский перевод. Что это значит? Что, например, вот тоже в компанию Global Intergold я могу пойти в отделение Сбербанка и через SWIFT-перевод на счет компании перевести валюту. Подчеркну, что в компании Global Intergold работают очень серьезные и солидные банки. Например, Ижбанк. Ижбанк это турецкий банк, это по аналогии нашего Сбербанка. Это государственный банк Турции. Государственный банк Турции. Вот задаю вам вопрос. Какая финансовая пирамида, лоховозка там и далее по списку работали с государственными банками? Ну, покажите мне, пожалуйста, такую финансовую пирамиду. Да, то есть это просто абсурд. Никогда государственный банк, нормальный, серьезный финансовый партнер не будет работать с ненадежной компанией. Это понятно, то есть вы должны на это смотреть. Конечно, самый такой ключевой момент это пассив, да, когда вам обещают, вы в какой-то компании, ну, понятно, лоховозки, вам говорят сразу, то есть фиксированный процент у нас там 400% годовых, 500% годовых, там, да, там 600% годовых. Вот, когда вы это слышите, ну, ребят, бегите оттуда.
Беги, Форест, беги! Просто бегите. Потому что не бывает, во-первых, таких процентов масштабных, да, глобальных, во-вторых, фиксированного процента в инвестициях. Инвестиции — это всегда риски. Инвестиционный рынок, он глобален. То есть никто не может предсказать, сегодня акции Coca-Cola стоят энную стоимость, да, завтра они могут быть выше, могут быть ниже, потому что мы не знаем, какие будут обороты. Там санкции какие-то введут, что-то еще, там, не знаю, найдут в Coca-Cola какую-нибудь, там, не знаю, кишечную палочку, и все, хана, да, то есть продажи упадут. То есть и все, кто вчера взял акции за одну стоимость, потеряют, там, не знаю, в три раза. Были такие случаи? Да полно, сколько угодно. Поэтому по закону в ценных бумагах никто не может дать гарантию. Это противозаконно. То есть лоховозки, конечно, ну, понятное дело, там на то они и лоховозки, да, чтобы быстрее собрать бабок, подсластить большим процентом и потом, естественно, вас кинуть. Что такие кинокиты? Поэтому запомните, что в инвестиционных вообще компаниях, в нормальных, да, не бывает никакого фиксированного процента, потому что это всегда риск, это чтобы вы всегда это понимали. Вот. Также там сейчас очень модная тема, там, типа крипторобот какой-то мифический, да, которого никто не видел, да, вот какой-то там крипторобот у нас, да, то есть, ну, покажите его первое и второе, почему, раз он приносит такие бабки, то есть, почему он просто не работает без рефералки, где, вот покажите мне такого, да, его нет. Касаемо договора, да, тоже хочется поговорить, потому что у нормальной всегда солидной компании, например, вот если мы берем Global Intergold, все прописано, все пункты, все договора, например, если вы покупаете ценные бумаги, у вас будет выписка там, с печатью, с депозитария, номер ИСИН, соответственно. Все очень серьезно, все очень солидно. Когда вы заключаете, например, договор на покупку инвестиционного золота, все чеки, все документы, договор оферты, все у вас есть, все в открытом прозрачном доступе. Это очень-очень важный момент. Ну и, понятное дело, маркетинг. Маркетинг легко всегда просчитать в нормальной компании, то есть ничего в этом сложного нет, ничего замудренного. Маркетинг – это средство для продвижения непосредственно продукта и компании. Вот, собственно говоря, вот такие вот основополагающие факторы. Конечно, можно много приводить всего еще, и также еще очень важный момент, посмотрите на людей, да, то есть на людей, кто работает в этой компании. Если вы увидите, что например, возьмете там мифического там Васю Иванова, да, который начал этот бизнес развивать, и посмотрите на его историю, да, если вы видите, что месяц назад он продвигал там какую-то пирамиду, которая закрылась, да, полгода назад была другая, год назад была третья, и в итоге там 25 разных финансовых пирамид. Посмотрите, действительно, это тоже важный аргумент, потому что такие люди, называют их лоховоды, они бегают с одной темы в другую тему. То есть обычно в нормальных компаниях такого нет. Конечно, бывает, что люди после там краха какой-то пирамиды осознают, что они были неправы и начинают работать в нормальной компании, но это тоже вам, скажем так, на заметочку. Да, ну, собственно говоря, вот такие вот причины. Конечно, их больше, более подробно вы можете посмотреть ролик с адвокатом Дмитрием Зацаринским, в котором мы этот вопрос более детально разбирали. Ну вот, подводя итог, скажу следующее, что Global Intergold – это действительно надежнейший, проверенный бизнес, который 9 лет функционировал, функционирует и будет функционировать. Это действительно просто, ну, как, не знаю, с чем его даже сравнить, просто гарант, да, то есть это мощь, это скала, которая за 9 лет доказала свою состоятельность уникальным продуктом, крутым маркетингом, крутым руководством, и за 9 лет вы не найдете ни одного обманутого клиента. Все четко. А кто может найти, я готов поспорить с вами, ребят, на 3000 евро. Присылайте мне номер ID, имя, фамилия клиента, кого компания обманула. Если вы не присылаете, тогда вы мне. Вот, собственно говоря, и все. С вами был Марк Марцинковский. Всем пока.